Начальнику хора учения Давида, после того, как приходил Доик и Думиянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Авимелеха, что хвалишься злодейством сильный, милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изренит тебя, исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.